Как купить базу поставщиков, чтобы ваш мейл не попал в спам, а телефон в черный список нежелательных звонков. Времена, когда, отправляя по почте предложения, вы получали клиентов, закончились. Аферисты и роботы-дозвонщики испортили возможность прямых продаж по телефону. Как развивать бизнес? Стоит ли покупать базу данных клиентов? Конечно, нет. И не тратьте деньги, чтобы в итоге нанести урон репутации своей компании. Международные эксперты рекомендуют создавать базы данных на основании запросов покупателей, используя цифровой след товара, программы парсинга или лидогенерации. Это дороже, но эффективнее. Как говорят умные люди, скупой и тупой платят дважды. Предлагаем услугу по созданию баз данных для вашего бизнеса. Соберем для вас базу покупателей на основе запросов ваших потенциальных клиентов. Обращайтесь, контакты на обложке видео. Обращайтесь, контакты на обложке видео.